ФБР сообщило, что окажет помощь полиции Пенсильвании в расследовании обвинений в адрес 19-летней женщины, арестованной по подозрению в убийстве мужчины. Этот случай вышел за пределы расследования обычного преступления, когда задержанная Миранда Барбур призналась в совершении по меньшей мере 22 других убийств и в том, что она состоит в секте сатанистов. Муж Миранды также арестован, так как, по ее словам, он принимал участие в убийстве 42-летнего мужчины в ноябре после знакомства с ним на интернет-сайте. Миранда охотно говорила, у нее приятные манеры, она очень вежливая, отметил журналист Фрэнсис Карчелло, который беседовал с задержанной. Она была очень вежливая и очень спокойная, и ни разу не заявила о раскаянии. История знакомства Миранды с убитым пока до конца не ясна. По ее словам, он надеялся на сексуальные отношения с ней, но Миранда заявила, что ей всего 16 лет. Мужчина настаивал и обещал заплатить. Как сообщила полиция, на теле жертвы обнаружено 20 ножевых ранений.